да? Выглядит вот так. Друзья, всем привет! Хочу заснять свою очередную поездку на бесплатку. Вот смотрите, что сегодня мне дали. Сегодня у нас 6 июля 2001 год. Так, будем показывать. Это масло. Такая пачка масла в магазине стоит где-то 4 доллара. Может и больше, не помню. Это лоток яиц. Это хлопья. Помидоры. Вот такой хлеб. Я его там взяла. Смотрите, какой он даже. Он даже не сухой, а вот я переломала. Он мягкий. Это дали два таких замороженных кулька. Это здесь курица. Маленькими кусочками она там. В одном кульке здесь 2 килограмма 268 грамм. Так, вот такие булочки взяла. Это они как бы не сладкие. Вот такой какой-то пирог мягкий. Вот хлеб, там хлеб. А это очень вкусные сладкие такие булки. Смотрите, они это с корицей. Сладкие. Так, дальше. Такие как бы батончики. Есть корица, яблоко, а есть ягоды или черница, или как там. Черника. Такие печеньки 4 кулечка. Это упаковка такого хема. Я не вижу. Или это свинина? Наверное, свинина это. Это такие шоколадные конфеты, зайцы. Я думала, может быть, они прострочены, но нет, смотрите, до... Вроде бы 10-го, 22-го, или то, может быть, я не так поняла, не знаю. Так, это макароны, это какие-то тоже конфеты такие. Вот, это такие соленые печеньки. Это сладкие печеньки с клубникой. Да, внутри клубника. Это кулек риса, коричневого риса, или бурого, или как. 3 пачки макарон. 1 пачка спагетти. Вкусные в Америке очень. Вот такая баночка. Здесь написано шоколад. И такие печеньки какие-то. Это такая большая банка орехового масла. Я сейчас вам скажу срок годности этого масла. Смотрите. Октябрь до 22-го. 22-го года. Это еще 1,5 года она, ну, срок годности ее. Вот такие стаканы я еще взяла. Опять были. Один раз я уже их взяла. Это опять были. Они, ой-ой-ой. С такого ресторана. Они новые, запечатаны. Я сейчас даже открою, покажу. Это очень классно, если ехать, например, на природу. И
Вот такие одноразовые стаканчики. Панера Бред. Такой у нас есть ресторанчик классный. Это не оттуда. Вот такая упаковка этих стаканов. Так, дальше. Это два сыра. И они с козьего молока. Да. Это тоже, смотрите, вот эти сладости такие. Это они с этого же самого ресторана, Panera Bread. Вот здесь написано. И вот здесь на коробочке написано. Вот смотрите. Это они, наверное, может быть, вчера или сегодня. Его спекли, никто не купил. Вот, смотрите. Сладкое, вкусное. Так, дальше. Это рыбка, консерва, рыбка туна. Смотрите, срок годности. 23-й год. А ее уже отдают даром. Это 4, далее 6. Я 2 уже открыла своим котикам. Они очень любят. Это упало. Так, это блинчики. Вкусные, классные. Сюда там пишет, что надо добавить молоко, сахар и яйцо. Да. А если есть и другой рецепт, только молоко или вода, вот такой. А это, если хочешь сладкий, сахар добавляешь. Это такой сироп, чтобы поливать эти блинчики. Он сладкий. Это варенье с винограда. Так, это сладости, уже мы показывали, вот такие вкусные, они очень сладкие, мягкие такие, свежие. Это 3 таких соленых печенья, крекер, да. Это баночки супы, зеленый горошек, смотрите, тоже покажу срок годности. Зеленый горошек до 24 года, апрель. Вы представляете? А их уже раздают. Да, этот 24 тоже. Уже раздают, потому что завозят новые. Это кукурузка до 23 года. Смотрите, срок годности. Сейчас 21 год. Это такой суп. Американцы его покупают. Подогрел, открыл себе и все. Они покушали. Оно и вкусное, я вам скажу. До 22 года. Вот такой супчик себе. 3 таких супа. Так, сейчас это груша. Груша, срок годности. Где же? Вот, смотрите, груша до 20-го года. И это уже прострочено. Но ее открыть ничего страшного. Она не порченная, потому что она закрытая. Это груша. Нет, да, это тоже груша, смотрите, до 23-го года. Вот так, это до 23-го, это тоже груша. Одна попалась простроченная, где она взялась? Ну, ничего. 22-й год. Это такая паста, шпагетти, ну, в любой борщ, в борщ даже можно, фасоля. Это тоже такая паста. Это молоко. Галлон называется молока. Галлон это 3 литра. 3,78 литра. Вот. Смотрите срок годности. 7, 14, 21. Сегодня какое? 6 вроде бы. Если не ошибаюсь. Да. Это уже завтра 7. И в магазине оно не должно стоять. Вот, я с него сделаю сыр, творог. И вот это еще такое. Это 2 туалетных бумаги. Это там внутри они вложили женские прокладки. Это жидкое ручное мыло. Это шампунь мужской, женский, дезодорант сухой. Это... Как же оно? Body wash, это как тело мыть им. Это мужское тоже body wash, это тоже. Это, как, ну, можно сказать, жидкое мыло такое. Вы представьте, это оно новое.
полные бутылки стиральный порошок сухой. Это мыло ручное. Ой, это для посуды. Да, да, это для посуды. Но не в машинку, так, руками. Кусочек мыла, зубная паста, нитки для зубов, 5 зубных щеток, 5, потому что у нас в семье 5. И вот такие простые карандашики. И, кстати, в Америке, ну, я не знаю, в нашем штате, так, в нашем городе, в школе, когда мои дети ходили в школу, они сейчас учатся дома, то в школе они не пишут такими ручками, как когда-то мы, я писала, например, в школе не чернилом, а такими, ну, ручками. А здесь пишут вот такими карандашами. Если есть ошибка или что, там можно исправить резиночкой. Ну, как-то мне было сначала это удивительно. Конечно, я забыла, извиняюсь за попугаи. Они все здесь щебечут. Вот такие сегодня мне дали покупочки за бесплатно, конечно. За это все я не платила. Все бесплатно. И сюда можно ездить 2 раза в месяц. Это сегодня 6 число. Я приехала первый раз. И еще, может быть, поеду, ну, среди месяца или в конце месяца опять сюда. Вот так помогают. Очень классно. Все бесплатно.